Непростая паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области. Там ожидают резкое повышение уровня воды. Об этом местные власти сообщили первому заместителю главы Кабмина Роману Скляру, который сейчас находится в регионе. Он отметил, что нужно приложить все усилия во избежание развития негативного сценария паводка. В частности, необходимо принять все меры для оказания необходимой помощи гражданам, пострадавшим от паводков. Руководству области поручено подготовить пункты эвакуации населения, предусмотреть запасы продуктов питания, медикаментов, продолжить разъяснительную работу среди населения по правилам поведения при возникновении угрозы подтопления, вести постоянный мониторинг за скоплением талых вод на полях, обеспечить круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений, осуществлять круглосуточный мониторинг за сбросом воды из Сергеевского, Чаглинского и Селитинского водохранилищ. Идет перелив воды через гребень Сергеевского водохранилища. Первый подъем уровня воды у города Петропавловск ожидается 12-14 апреля, а пик половодья на конец месяца. Наблюдается подтопление жилых домов, происходят переливы через дорожное полотно. Задача удержать ситуацию.